Господа, приветствую вас. Сегодня хотелось бы обратить внимание на одни наушники со съемным ресивером. Почему? Потому что многие спрашивают, а как так, что такое? Сейчас мы с вами это все разберем. Так, пока в стороночку это отложим. Все видели обычные наушники Bluetooth. Вот они там выглядят примерно так. Кстати, вот у этих наушников... Вот у этих наушников. Все, уже резинки растерял. Кстати, очень даже неплохой звук. Мне нравится. Здесь у них магнитики. Так, но не о них сегодня разговор. Эти я пока оставлю, чтобы сравнивать с теми. В общем, наушники... со съемным ресивером. Они вот есть в трех цветах. Просто черные. Черные с красным. И черные с желтым. Что в них примечательного? Это все спрашивают, а как это так? А что это такое? А почему там съемные ресиверы? Почему? А что такое? Значит, сейчас мы это все рассмотрим. В комплекте идет обычный micro USB, набор сменных амбушюр, набор сменных резинок амбушюр. Так, и собственно вот тут начинается самое интересное, что сами наушники отдельно и ресивер отдельно. Так, в чем же смысл вот всей этой штуки? Я сейчас поясню. Если у вас, допустим, вот эти вот наушники, ну, бывает же так, что ломается, да? Или же вас не устроил звук, хотя если слушать на нормальном аппарате, на каком-нибудь, с хорошим эквалайзером, то звук-то вполне достойный. Ладно, немножечко попозже. То вы сможете там вот подсоединить к ним свои любимые наушники. Есть у вас свои любимые наушники? Вы там подсоединились, все, и слушаете, и также управляете громкостью, переключением песен и другим. Так, теперь вернемся непосредственно к самим наушникам. Сделаны они таким образом, что они действительно про них со временем забываешь, когда носишь. То есть вот эта вот душка, она очень мягкая, но принимает свою форму обратно и практически невесомая. Вот. Это в самих наушниках, в общем, очень примечательно, если вот сравнивать там с обычными, вот кто все видел. Все же видели другие, да, наушники, у которых вот планки такие вот пластиковые. Вот. Они, конечно, они будут чувствоваться. Вот. В этих они за ухом практически не ощущаются со временем, когда к ним привыкаешь. Уже походишь в них, побегаешь. Значит, первое включение. При первом включении зажимаем на 5 секунд, дожидаемся пока... Вот получилось, что даже меньше. Дожидаемся, пока моргает красный с синим. Давай посмотрим, видно там. Индикатор горит, моргает красный с синим. И тогда они готовы к сопряжению. Выключим. В списке он определяется, в списке найденных он определяется как спорт OTE20. Подключаемся. Подключилась без проблем, сразу громкость высветилась, Bluetooth. Профили стандартные. Так, подключаемся. Пробуем управление. Громкость
громкость, соответственно, нажимая на ресивере, громкость управляется на самом телефоне. И, соответственно, кратковременное нажатие переходит к предыдущему треку. Так. Да нет, бомбят они неплохо. Поставим на паузу пока. Теперь меня волновал один очень серьезный вопрос. А можно ли этот ресивер будет использовать, допустим, там в домашних условиях или в автомобиле? Я это не проверял, сейчас я это проверю. Так, сейчас у нас музыка играет. Посмотрим, что произойдет при подключении зарядки. Отключилось. К сожалению, отключилось. Загорелся красный светодиод, показывающий, что идет зарядка. Поэтому, как домашний ресивер, его использовать у нас не получится. Да, кстати, есть голосовой помощник. Говорит он по-английски. Я не знаю, будет слышно или нет. Сейчас попробую. Не знаю, будет слышно или нет. Возобновили трек. Увеличили громкость. Так, ну и проверим управление звонками. Да, двойное нажатие набирает последний номер. И, соответственно, кладет трубку после нажатия этого. Так что вот такие наушники. Давайте теперь еще посмотрим корпус. Чем удобен? Это вот это он получается как петличка. Можно повесить прямо куда-нибудь на воротник. Или куда-нибудь поближе. Он никуда не перевешивает. То есть, вот в отличие, допустим, вот, от таких наушников, да, где у нас свисает батарея и пульт управления сухо. Да? То есть здесь такого нет. Здесь просто вот наушники. Вот такие левый, правый, да, и которые втыкаются в ресивер, который уже висит у нас на воротнике или на кармане, там неважно где. Так, рассмотрим теперь сам ресивер. Здесь разъемчик micro USB, сама прищепка, кнопочки. Достаточно тактильные, хорошо чувствуется. Вот. О, последний номер набрался. Сейчас выключим однократным. Ага. Ну, мне грех промолчать про это, я расскажу. Значит, иногда я там подрабатывал в такси, на микроавтобусе. Развозил людей с клубов и наоборот, и туда, и сюда. И очень часто молодые люди просили: ой, а можно у вас AUX? Ой, а можно у вас там Bluetooth? Ой, а можно вот то все. То есть здесь, пожалуйста, спросили у водителя в такси, есть ли у вас AUX, воткнули сюда провод, у вас есть любимая музыка на телефоне, без проблем заряжайте, переключайте, то есть вот удобно. То же самое, конечно, можно сделать и дома. Пришли домой, подключились по AUX-у разъем джек 3.5. Подключились к музыкальному центру, к своему. Также прослушиваем музыку с телефона на своем музыкальном центре дома. Причем еще имеем громкую связь, потому что встроенный микрофон. На вопрос я ответил, что такое Bluetooth наушники со съемным ресивером. Все очень просто. Ресивер отдельно, наушники отдельно. Причем наушники можете использовать свои. Кстати, забыл упомянуть, усилитель в этом ресивере достаточно громкий, сильный, он тянет хорошие наушники, я подключал. Но, наверное, не советовал бы отступать от технических его характеристик и подключать наушники, которые... Здесь, кстати, не указано. Но я бы не подключал бы наушники с сопротивлением меньше, чем 32 Ом. В общем, вот... Вот такой вот ресивер с наушниками Sport, вот E20. Всем всего доброго, до свидания, пока.